Юбилейный 65-й сезон областной драмтеатр открыл спектаклем «Абай» по пьесе Ерсаина Тулеубая в честь 175-летия Абая Кунанбаева. В новом сезоне ожидается много хороших перемен. Главное из них – театр получит статус академического. Также в планах постановка новых спектаклей. Спектакль «Абай» не сходит со сцены вот уже 6 лет. Постановка получила высокую оценку театралов. Она рассказывает о жизни классика, знакомит с его философией, пробуждает любовь к родине, языку, традициям народа. Отметим, труппа театра готовится представить спектакль на Республиканском фестивале театров «Семей». Спектакль мы ставим с 2013 года. Я думаю, каждый актер мечтает сыграть роль таких выдающихся личностей. Мне роль далась трудно. Каждый раз волнуюсь, смогу ли передать многогранный образ гения. Слово за зрителем.